До конца 2024 года 182 семьи из Одинцовского округа переедут в новое жилье. Большинство из них проживают в аварийных домах Звенигорода. Признаны аварийными жилыми домами 11. Это 182 семьи, 391 человек в городе Звенигород и Бармихе. Усово-Тупик, дом 4, и Усово, 62. Это в общей сложности 59 человек, 23 семьи. 4 уже переехали в новое жилье. Остальные же отметят новоселье чуть позже. Финансирование на их переселение заложено в бюджет на следующий год. Финансирование на реализацию мероприятий по приобретению квартир в 2021 году у нас предусмотрено бюджетом городского округа 43,7 миллиона рублей. Данная программа пойдет полностью на один из домов в Барвихе. Дом номер 4 в Усово-Тупике планируют расселить до конца 2024 года. На это потребуется еще 97 миллионов рублей. В аварийных домах Звенигорода проживают 159 семей. Они по плану должны переехать в 2022-2023 годах. Для их расселения из регионального и муниципального бюджетов выделят более 301 миллиона рублей. Евгений Августин, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».